Депутаты фракции Украинской морской партии в Одесском горсовете и лидер политической силы Сергей Кивалов прошли тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат. Такая возможность есть у всех одесситов. Все желающие могут точно так же бесплатно пройти тесты, получить консультацию высококвалифицированных докторов и кандидатов медицинских наук Международного гуманитарного университета на базе университетской клиники МГУ и Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. Всего закуплено 10 тысяч экспресс-тестов. Все они сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Университетская клиника Международного гуманитарного университета продолжает тестировать одесситов на наличие вируса COVID-19. Проверить свое состояние здоровья решили и депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете. Вместе с депутатами уже на повторное тестирование пришел и лидер политической силы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Я уже проходил тестирование неделю назад. По служебным делам я 2 дня находился в командировке в городе Киев. И вот вчера приехал и сегодня решил пройти еще раз. Всего закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем для различных инфекционных заболеваний. Компания с многолетним опытом выпускает также тесты на беременность, сахарный диабет и употребление наркотических средств. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. Мы закупили за свои средства. Мы не тратили государственные денежные средства, мы приобрели их у производителя, и вот они сегодня находятся в Одессе. Медицинские сотрудники университетской клиники используют современные качественные средства индивидуальной защиты. При работе с каждым посетителем используются одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. К тесту также прилагается одноразовый комплект для забора крови. Спустя 15 минут тест показывает результат. Ну что, какой у меня тест? Ваш тест показал отрицательный результат. У вас в крови отсутствуют антитела иммуноглобулина G и M. У вас только на тесте показана контрольная полоска, значит, тест выполнен правильно. И вируса в крови у вас. Слава Богу, спасибо вам. В первую очередь в группе риска находятся врачи. Сергей Кивалов отметил, что клиника Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета готова принять всех медиков и тестировать их каждые 5 дней, согласно утвержденным Министерством здравоохранения Украины протоколам. Сергей Кивалов также призвал всех одесситов пройти бесплатное тестирование в университетской клинике Международного гуманитарного университета. Чтобы пройти тест, необходимо предварительно записаться с помощью колл-центра по телефону горячей линии 778-30. Позвонив на горячую линию, также можно получить онлайн-консультацию докторов и кандидатов медицинских наук, записаться на прием, чтобы получить комплексную консультацию и пройти тест на коронавирус. Запись на прохождение теста осуществляется каждый день с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00. Я еще раз обращаюсь ко всем одесситам и хочу сказать, что вы имеете право бесплатно в студенческой клинике Международного гуманитарного университета пройти экспресс-тест на наличие антител в организме. Я подчеркиваю, это все делается бесплатно. В условиях карантина депутаты горсовета продолжают работать в комиссиях. Часто бывают среди одесситов, поэтому вынуждены особенно тщательно подходить к вопросам здоровья, как своего собственного, так и окружающих. Это совместный проект Международного гуманитарного университета Украинской морской партии Сергея Кивалова и юридической академии. И я хочу призвать всех коллег, всех депутатов Одесского городского совета, областного совета, Верховной Рады пройти тест на коронавирус. Это 15 минут, но спокойны вы, спокойны ваши семьи, это в первую очередь безопасность. На округах нас, как депутатов-мажоритарщиков, конечно же, жители спрашивают и интересуются относительно того, где можно проверить свое здоровье, возможность пройти тест на коронавирус. И по инициативе Сергея Васильевича Кивалова, по инициативе Украинской морской партии,
при содействии Международного гуманитарного университета, Национального университета Одесская юридическая академия. Такой тест можно абсолютно бесплатно пройти. Я вообще считаю, что все население должно проходить тесты, и чем больше у нас протестированных людей, тем более реальная у нас статистика и более объективные показатели, из которых можно отталкиваться и, соответственно, вводить те или иные необходимые медицинские и противоэпидемиологические меры. Поэтому тестирование – это одна из важных частей в целом системы здравоохранения и борьбы с эпидемией коронавируса. Также во время посещения клиники Сергей Кивалов и депутаты ознакомились с готовностью медучреждения к приему больных на стационарное лечение. Всего месяц назад на месте палат интенсивной терапии и изолятора была огромная аудитория на 150 человек. С началом пандемии было принято решение переоборудовать их, чтобы в случае необходимости оказывать помощь тяжело больным. Часть корпуса, где расположен стационар, имеет свой автономный вход. Он попадает в изолятор. Так. В изоляторе проводятся все необходимые подготовительные процедуры для того, чтобы потом перевести его в палату интенсивной терапии. Угу. Вот. То есть здесь изолятор, подготовка, да? Да, изолятор, да. После этого, после окончания пандемии, изолятор трансформируется в палату восстановительную, послеоперационную, рекавери, в которой пациенты будут после амбулаторных операций восстанавливаться. В отделении интенсивной терапии уже размещена необходимая мебель и оборудование. Выполнена разводка для подачи кислорода. Сами кислородные баллоны, согласно технике безопасности, находятся в отдельном помещении. В палатах присутствует инфузомат, необходимый для дозированной подачи лекарств, и есть следящее оборудование, которое обеспечивает монитор всех функций жизнедеятельности больного: уровень кислорода, давление, кардиограмму, функции дыхания. Пациенту крепятся датчики контроля сатурации кислорода, давления, кардиограмма. Вот, то есть все, что там обеспечивает функции дыхания, и здесь все видно, это реаниматологи, все это мониторят. Угу. Это то, что мы потом также можем видеть удаленно при помощи телемедицинских инструментов, как мы с вами вот показываем, где бы это ни было. То есть это такие вот у нас универсальные решения. Также есть мобильный оксигенатор, который позволяет снабжать пациента кислородом в случае необходимости транспортировки. Вообще пациенты с коронавирусной инфекцией нуждаются в очень высоком потоке кислорода. Можете посчитать, если это требуется, то где-то скорость потока кислорода у тяжелого пациента – это 10 литров в минуту. Баллон 40-литровый – это 6 кубов кислорода. Да? То есть по кислорода уходит очень, может уходить много. Но в принципе вот этого баллона где-то по городу достаточно будет, если нужно обеспечить. Еще одна бывшая аудитория на базе клиники переоборудована в палату, которая совмещает в себе две функции – дневного стационара и физиотерапевтического кабинета. Палата оборудована койками и 11 аппаратами, необходимыми для проведения различных физиотерапевтических процедур. Мы приняли такое решение, чтобы переоборудовать аудитории, где читались лекции, проводились семинарские занятия, переоборудовать их в палаты. Здесь люди могут получать и как инвазивные методы исследования, это и лечение, это капельницы, так и получать физиотерапевтические процедуры. То есть его можно использовать также, как для восстановления пациентов, которые уже переболели этим нашим опасным недугом коронавирусной пневмонией. Кроме того, используя возможности телемедицинского комплекса университетской клиники Одесского мединститута МГУ, клиника имеет возможность в случае необходимости предоставлять телемедицинские консультации людям, которые находятся на самоизоляции. Как правило, это пожилые люди, которые не могут обратиться непосредственно физически к врачу в связи с риском получить заражение при контакте с окружающими. Медсотрудники кабинета телемедицины оказывают консультационные услуги на расстоянии пациентам в любом населенном пункте страны. Несмотря на огромный дефицит медицинского оборудования в Украине, удалось приобрести все необходимое для отделения интенсивной терапии университетской клиники Международного гуманитарного университета и Центра борьбы с эпидемиями противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. Клиника была построена качественно и в крайне оперативном режиме. Сегодня весь медицинский потенциал Международного гуманитарного университета интегрирован в систему оказания медицинской помощи Одесской области по профилактике и лечению больных с коронавирусной инфекцией.